Меня звать Татьяна Михайловна. Я проживаю в городе Волноваха. Ничего могу не так, ты не можешь никак получить, только хорошо, что поддерживают кашу. Не плачьте. Свет, газ, вода. Нету ничего. Ни света, ни газа, ни воды в нашем районе, на той стороне. Да. Нет ничего. Ну, сейчас же делают вроде. Где? На 100 квартирам дали 4 дома. А мы там живем, ничего. Она... Пока ничего, восстановят. А, как кушаете, как готовите? Готовим на костре. Готовите на костре. Горячая еда, я так понимаю. Здесь берем горячую. Горячую. Она вам нужна сейчас? Конечно, нужна. Нам очень нужна горячая еда. Базиличиев, еще было лучше. Сейчас перестанивайте. Вам каша, хлеб нравится? Нормально, да, вкусная еда? Вкусная. Спасибо большое, спасибо. Ребят, раздача в городе Волноваха сейчас еды нашими волонтерами. Привозим сюда полтонны каши и где-то 1500-1700 отрубных хлебцев. Так же самое, параллельно машина ездит на Мариуполь, и там тоже раздает столько же горячей еды, которая сейчас очень нужна жителям городов. Поэтому только вместе мы можем с вами организовать такое действие, кормить такое большое количество людей. А забыл сказать еще, что сейчас в Волновахе еще вторая точка на 100 квартир, там такая же раздача происходит. То есть раздача происходит двумя командами. Поэтому спасибо всем за такое важное дело, которое кормить жителей горячей едой. Спасибо большое.